Белоснежка все-таки подружилась с игрушкой Стивом, который рассказал ей о своем страшном плане. Стив даже не хотел быть обычной игрушкой, он всей душой ненавидел мир людей и хотел его уничтожить. И вот, на вертолете, который они украли у солдатиков, Белоснежка и Стив отправляются навстречу приключениям. Заходи и подписывайся на канал Спуки, это канал веселого парня, где ты сможешь найти кучу прохождений различных игр с хорошим монтажом, актерская игра и также разнообразные угарные реакции, тесты на психику и многое другое. Ссылочка в описании. Так, Белоснега, держись, сейчас налетим. Сейчас, куда? Давай на диван приземляемся. А, еще, подожди. Давай, тихо. Диван, быстрее, на диван, ну и приземляйся аккуратно. Кто где эти права-то взял? Ой. Все, ой. Ой, помогите. Прям на кружку, смотри, прям мастер, давай, прыгай. Давай. Да не могу, я выпаду отсюда, застряла, да я вложу ты такая вертолете. Кривожопая, давай! Сейчас я прыгаю. Осторожно, с вертолетом еще пригодится. Не могу я вылезти отсюда, не могу, все, вылезла. Ты прям жестоко. Так, Стив, ты просто ты сумасшедший, вообще, что мы тут забыли? Я не знаю, нам нужно какой-то план, Белоснег, у тебя есть что-то? Давай инфу какую-то, ты уже тут не знаешь, сколько живешь, давай рассказывай, что тут есть в этом доме? Ну знаешь, слушай, вот мне тут рассказывали, вот я там слышала, да, вот этот вот ребеночек, что вот в этот подвал, видишь подвал там под лестницей? Вот та дверь, да? Да. В этом подвале есть разные игрушки, плохие игрушки, которые уже не играют. Они там, их там все запирают, и они, все, они там сидят. Ну и чё? И зачем они нам нужны? Ну я не знаю, они наверное, но они не любят людей, и, наверное, хотят их тоже уничтожить. Подожди, то с ними никто уже давно не играет. Они, наверное, так же ненавидят. Да, они старые, братуши. Так, подожди. Они, наверное, так же хотят завоевать весь мир, как и мы. А если мы с ними объединимся, а? Ну я не знаю, ну ты, конечно, можешь с ними объединиться, но попробуй. Так, ладно, так, ну нужен план, нужен. А как нам туда попасть, там дверь закрытая, а? Чё там? Подожди. Ну знаешь, я так же слышал, что видишь, собачка сидит. Собачка. Так, тихо, что нас не услышала, ну. И? Вот, эту собачку зовут Персик. И вот этот вот Персик как раз носит на своей шее ключи от этой вот кладовки, вот этого подвала. Так, и чё ты предлагаешь его кокнуть и ключи забрать? Не, я ничего не предлагаю, это твой план, ты как-то... Конечно, ты мне сейчас намекнула, чтобы мы собачку бедную кокнули, а сейчас отмазывай. Так, ладно, хороший план. Ты понимаешь, что ты плюшевый, ты плюшевый Стив, если она на тебя нападет, то тебе кранты. Так как... С ума сошла, да я эндер-дракон навалил, я визера валил. Ты думаешь, сейчас собаку не завалю? Смотри, Белоснега, сейчас все будет. Смотри, а ну иди сюда, паскуда. А ну блоха, стоит, иди сюда. Прощай, Стив. Ай, Белоснега, по-моему, бейте тут паскуду блохастую, Белоснега, выручай, давай, прыгай сюда. Я так и стал, уже не убьет. Ну беги быстрее, вот, по воде, сейчас делать, быстрее, води, что-то закончится. Там еще проглотит. Давай, быстрее. Собака бьет, беги. Сейчас, руку дай. Давай, Стив, давай. Бешеная какая-то! Давай уже! Давай быстрее! Не. Так мы точно ничего не сделаем. Нет, так мы собаку не убьем. Так, а чё... Слушай, Белоснег, смотри туда вперед. Вот видишь там тумбочка? Это криперы. Криперы Белоснега. Понимаешь? Кто? Сриперы! Криперы с Майнкрафта. Ну как, друзья? Ну мы с ними уже давно знакомы. А я понял, сисируны, да? Которые какают. Ой, ты, походу, вообще в Майнкрафт никогда не играла. Короче, это такие мобы, которые состоят полностью из динамита, понимаешь, ТНТ. А что если мы возьмем немного ТНТ у них и заманим. И взорвем нахрен эту блохасую, а? А, я поняла! Я вот видел, как там мальчик какую-то фигню дергал. Только она не зеленая. Ой, была. Какую фигню дергал? Ты с ума сошла? Вот они, это вот они, да? Тот мальчик какую-то фигню дергал. Я представляю. Только она у них не зеленая. Извращуги какие-то так. Ладно, нам нужно туда к ним забраться. Что, так это вот эти вот штуки, да, как у мальчика?
Да, для тебя пускай будет да. Короче, план Белоснега. Забираем Тинти, заманиваем куда-то собаку, взрываем нахрен и забираем ключ, а? Как тебе такая идея? Ну, план, конечно, хороший, только как вот мы это все провернем, я не знаю. Да ща все будет. Короче, давай садись, и ща полетим туда, к этим. Да, строй, давай. Хорошо, ломай, ломай диван, давай. Я вести на этот раз не буду, я не буду. Да, конечно, не буду. Так, готово? Так, подожди, я не села, все села, давай. Села? Летим. Ой, так, сейчас все будет, Белоснег. Держись! Так, Смотри. Здрасте, крипер. Они нас взрывать не будут? Не. Говорю, мы давно уже знакомы. У нас там уговоры не взрывать друг друга. Поэтому иди сюда, смотри. Так, а что там? Кучу динамита. Ну я беру себе, Да, немного возьми. Мы же не хотим весь дом взорвать, а только чуть-чуть собачку одну блохастую. Так. Так, подожди, а где бы сейчас это разместить-то? Где бы сейчас разместить? А там... Кстати, смотри, вот там, видишь вот эта тумбочка? Я давно заметил, там ничего нету. И там дырочка в тумбочке. Ай, смотри, если мы там заложим TNT, заманим туда собаку, ты спрячешься, когда я забегу, ты просто бум! Все взрываешь, я выбегаю, и все, каранты блохастой. Как думаешь? Ну ты подожди, вначале я думаю, нам нужно долететь. Давай, да, летим. Давай, садись, Белоснега, давай. Так, хорошо. А что, крипер с нами, да, полетит? Так, ну ладно, хорошо. Не. В смысле? Ладно, криперы нам помогут, криперы. Ты тут не гори с ним, чтобы он не взорвался. Так, сейчас, подожди. Ладно. Я вот где-то вот тут припаркуюсь. Так, вот так, да? Где крипер? Мне кажется, криперам больно, смотри. Ой, раздавили, походу. Главное, чтобы он не взорвался сейчас. Так, смотри, иди сюда, Белоснега, иди. Так, ага. Вот смотри, допустим, где-то вот тут мы разложим TNT, да? Я такой, ага. Смотри, вот такой, забегаю, ты такая, взрываешь, я такой, иду сюда, выбегаю, собаки каранты, все, я не взорвался, все, пучком, и забираем ключи, и собираем свою армию, как думаешь? Слишком рискованно, а если нас запалят, потому что здесь какая-то бомбанула, все, у нас же каранты. Ну, подожди, а сейчас дома кто-то есть, кроме вот того мелкого дебила, или нет? Нет, он спит, а эти на работе, родители его. Эти? Ну так ничего не будет, смотри, в этой тумбочке ничего нет, смотри, там даже паутина. Тут уже давно ничего не ложили. Так что все нормально, иди, что ты паришься? Давай, готово? Будем строить? Ну ладно, давай, обустраивай, давай. Давай. Ой, короче, смотри, все вроде готово. Все нормально. А у меня еще куча динамита, может все взорвем? Не надо, мы так полдома взорвем. Короче, давай будем делать. Да давай, да нормально, вот так. Успокойся, все, хватит. Все, нормально так. Ладно. Давай, знаешь, как сделать? Иди сюда. Ну, давай, ты будешь вот тут стоять, да? Ага. Видишь рычаг? Да, хорошо. Вот когда я забегу сюда с собакой, как только она будет... А сейчас можно нажать? Не, ты что, с ума сошла, все взорвется. Вот смотри, собака будет вот тут. Когда будет вот тут, на этом месте, нажимай. Поняла? Хорошо, все, я поняла, пойдем. А я выбегу, так. Если что, ты приманиваешь, я тут ни при чем. Так, все будет сейчас, давай. Ой. Что-то она далеко находится. Я сожрёт. Да, конечно. Ой. Блохастая! Ой. Иди сюда, давай, Белоснега, Ой. Все, бегу. Давай, я его заманиваю. Беги, Стив, беги. Иди сюда, блохастая. Давай, быстрее, Стив, все быстрее. Идёт, подожди. Да, сюда. Заходи внутрь, блохастая. Так, да, вон сюда, тупая. Давай. Нажимай! Взрываю! Убегу! Убегаю! Ой! Что-то... Где ключ? Сейчас где-то вот тут он валяется. Да, где-то валяется. Так, где он? Где этот ключ валяется? О, смотри! Ага! Все, мне, надеюсь, это никто не заметит, если что, мышки погрызли. Так, все нормально. Сейчас. Так, все. Давай, летим вместе с криперами. Вперед. Давай я теперь полечу. Ой, что-то. Ну ладно, давай. Только аккуратно. Так. Я постараюсь. Разворачивайся. Давай. Так, лечу. Фигня себе, ничего с криперами. Так, аккуратно. Да. Налево чуть-чуть, да. А сейчас что, как мы будем приземляться? Приземлиться! Приземляемся! Все, нормально. Как здесь нам залезть? Как здесь залезть? Как нам туда добраться, а?
Да, как бы нам... Слушай, можно, в принципе, взорвать это да все. Да, успокойся, там уже дырки хватает, вот в той тумбочке. Так, сейчас у меня может... О! Белснег, у меня аж кирка на веревке есть. Сейчас все будет. А, ну что, давай, давай. Так, сейчас, сейчас. Быстрее сейчас. Открывай, ну открывай, пока не пришли родители. Я пошел, я пошел. Ой, как сложно. Аккуратнее, аккуратнее, Стив, аккуратнее. Че, как оно там? Подожди. Как там в небе? Все, все нормально. Так, ща, ключ, ключ. Вот сюда, да? Сейчас, ща, вставляю, да, сейчас откроется Белоснега, ща. Давай. Нифига себе, нифига себе, дверь открылась. Открыли, так, я спускаюсь, спускаюсь. Подожди, подожди, Белоснега. Давай, 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 давай. Ой, ну что, пойдем, пойдем, пойдем. Вертолет тут оставляем. Пускай будет, пускай стоит, пошли. Да, пусть стоит, да. Ой, как тут стрёмно. Ты смотри! Нифига себе! Вот это да!